Привет, привет, друзья! Всем привет с Аляски! Сегодня у нас 14 июля 2014 года. Я уже с утра съездила на занятия в школу, отучилась, приехала домой и вот повалялась сейчас пару часиков. Так плохо себя чувствую, просто как комок в горле стоит, какая-то тошнота, не знаю, или я приболела, или я подустала, или еще что-нибудь. В общем, не знаю почему. Вот, а Рикардо тем временем съездил в магазин. Да, LG. Да, ты маленькая моя. И вот притащился домой с кучей опять продуктов. What did you bought? What did you buy? Did you buy? What have you bought? What did you buy? Так, это у нас сгущенка. Я ему сказала, что плохо себя чувствую. Голова у меня разболелась с вечера еще вчера. Сегодня с утра вот набрал. What is this? It's for you. This is Tylenol. Это от головной боли. What is the bear? Bear aspirin. Это аспирин. Маслины. What is this? It's juice, cranberry juice. Это, give me one. You want? Mm-hmm. I think you want it. Вот она, вишенка какая вкусная. What is this? Extra. Это оливковое масло. Мороженое. Рикардо любит вот такое карамельное. А мое любимое Cherry Garcia. I have now cherry and Cherry Garcia. Mm-hmm. What is this? Bread crumble. Yeah. Это сухарики. For chicken, for meat, for everything, yeah? Yeah. 3 Italian cheese. Вот там уже полный холодильник сыра. Еще купил. Это мясо какое-то. И вот это вот сушеные blueberry and cranberries. Mm-hmm. What else? Так, вот это липтон чай купил, который у меня кончится. Яйца, морковь, молоко. Так, все. Mm-hmm. Угу. Показываю вам в последний раз старую головку. Рикардо сейчас будет ее менять. Вот, прощай, дорогая. Хорошо, ты служила нам 4 года. Вот у нас есть лента такая. На. Mm-hmm. На. И вот ключ. На. Вот так изначально выглядит американская система душа. Идет трубка из стены. И сюда просто прикручивается головка душевая. И все, без шланга. Вот так вот во многих душах устроена система. И кто хочет со шлангом, это надо изгаляться, придумывать, ставить сюда шланг. Новый шланг, конечно, классный. Он такой мягкий, такой гибкий. Вот. И длинный 2 метра. Вот такой вот. И вот такая головочка. Хорошенькая. Прямо прелесть. Мне нравится. Вот. Удобная такая. Крутая. How many positions is it have? Пять позиций. Ну, вот это, конечно, я не знаю. Пластмассовый. I don't know. It's plastic, yeah? Yeah. I thought it's going to be no, but metal. This is what goes up to the shower. А шланг в комплекте к головке шел вот такой вот, конечно, ужасный, поэтому он сразу меняется на новый. Не знаю, конечно, я насчет пластиковой держалки не ожидала. Я думала, все-таки она будет железная здесь. Так, вот сейчас попробуем. Здесь уже не нужна такая резьба вообще. Вот. No, it's still leaking. You see? Yeah, but it's not leaking there, it's leaking. Leaking there? No. It is? Yeah. Так, итак, попытка номер 3. Вот. Сейчас объясню, в чем была причина. Уходит кто-то с нас.
Причина была в том, вот сейчас я чуть-чуть еще подтяну, капает немножечко. Причина была в том, что вот эта резьба была сдвинута на одно деление в сторону, вот так, в бок. Я ее сейчас прокрутила железной другой штукой, как бы поставила эту резьбу на место, и теперь вот оно получилось идеально. Итак, все, мы ее победили. Ничего не капает, ничего не льется. Очень старая вот эта трубка, мало того, что была резьба сбита, кое-как наладили, так еще у нее очень острый край, который режет прокладку, и поэтому чем туже затягиваешь, тем еще хуже получается. Вот, но сейчас все идеально. Наш новый душик работает. Вот такими он делается разными позициями, 5 разных вариантов. Вот такой, и такой, и такой. В общем, все идеально. Вот так. Так. Все. Душ готов. И шланг вот этот, конечно, смотрится классно. И он длинный, он длиной 2 метра. То есть теперь можно и помыть ванну, и сидя в ванной прямо прополоскать волосы из душа. В общем, здорово. Рикардо вот отполировал вчерашний, которыми мы акул полировали маслом вчерашним, отполировал стол. It's like new, by the way, it's beautiful. Посмотрите, как красиво он получился, этот стол. Вау. Beautiful, really. Очень красиво получилось. Он еще вот эти боковинки не сделал. Вот видно разницу. А вот это я хотела показать. Образцы вчерашние, которые мы взяли, образцы пола. Вот. Вот так вот они смотрятся. И... А я больше всего склоняюсь, опять же, вот к этому. Или вот к этому. Этот чуть светлее, чуть темнее, этот нет. Этот сильно уже темный. Вот такой, не знаю. Вот этот цвет очень-очень мне нравится. Вот. И сейчас еще покажу при свете вот эти образцы ковров на балкон. Вот такие вот они. Вот этот вот, к которому я склоняюсь больше всего. Вот этот больше всего нравится, какой он мягкий и классный. Ну, не знаю, мне кажется, немножечко светловатый для балкона. Все-таки здесь улица. Вот эти я откинула сразу. Серый сюда мне не подходит никаким образом по цвету, ни к доскам, ни к чему. Зеленый, интересно, ну, тоже не знаю, зеленый. Вот эти вот я склоняюсь вот к этим четырем. По цвету больше всего вот этот нравится, но не нравится по качеству. Он такой, вот как и был, сильно жесткий. Вот. Этот сильно светлый, хотя мягкий. Ну вот, пожалуй, может быть, вот эти два. Вот, а денек у нас сегодня чудесный. Вот такой прямо яркий-яркий, ясный, солнечный. Дует хоть и ветерок. Вот, мы пока дома, но вечером идем на концерт с Беверли. Я постараюсь все это заснять. Концерт каких-то аляскинских комиков. И вот посмотрите, что у нас получилось в конце концов. При помощи вот этих двух карандашиков Wood Finish я замазывала ими дырочки такие с трещинки. И потом вот этим маслом мы все обработали, все вот эти вот поверхности деревянные. И столик получился вот такой вот, прямо практически как новый. Просто здорово. Вот, например, вот такая царапинка. Ее замазываешь. Вот. И после этого она чуть-чуть впиталась и протирается маслом. Все, совершенно не видно места скола. В общем, вот таким образом столик преобразился.
Сейчас мы дадим ему постоять какое-то время, может быть, даже пару-тройку часов. И потом протрем его весь, остатки масла сотрем бумажными салфетками. И все, столик готов. Я смотрю цвета красок, вот которые я подобрала в магазине, как они соответствуют моему интерьеру. Вот у меня шторка коричневая вот такая. Коврики я купила зеленые, но, конечно, не проблема коврики поменять. Главное определиться вообще с цветом. Рикардо идет вот к такому голубому, но нет, я не хочу все-таки вот такой сильно ярко-голубой. Я склоняюсь вот к каким-то таким зеленым цветам. Единственное, что у меня уже типа такого выкрашена спальня. Вот, но спальню я все равно хочу перекрашивать. Не знаю. Вот. Очень удобно, конечно, подбирать цвет, имея вот такие таблички. Они идут с окошечками для того, чтобы можно было совместить два цвета. Вот, например, как смотрится такой с таким или вот такой с таким. Вот. Не знаю. Не знаю, какой нет. Это сильно яркие такие. Такие, пожалуй, я не хочу. Вот это больше такие. Это темноватые. Хотя вот такой вот цвет, мне кажется, очень хорошо подходит. Вообще идеально мне под мои коврики идут какие-то вот такие цвета. Может быть, вот такие. В общем, вот так вот можно поиграть цветами, посмотреть, поприкладывать к стенам. В данную минуту, если вы спросите меня, то я выберу вот этот, наверное, цвет. Не знаю. И еще вот такие оттенки мне почему-то нравятся. Они тоже больше, наверное, не зеленые, а больше такие цвета морской волны, может быть. Это вот вообще ультрамариновый, который Рикардо нравится. Нет, он мне сюда вообще никак не подходит. А вот эти вот более-менее. Вот эти, может быть, даже лучше еще. Они такие болотные, но просто это меня вот тянет все время в болотный цвет. Не дай воли, я все выкрашу в болотный. Сквикишна, ну, иди почешу. Иди, Сквика, иди почешу. Ну, Сквика. Сквик, иди моя сюда. Иди почешу. Ну, урчит, ходит. Ходит здесь, урчит, моя маленькая. Ну, ладно, Сквика. А ЛДжичишка моя вот здесь. А ЛДжичишка моя вот тут спит, лежит. Да, да, ЛДжи, ты маленькая моя. Ну, ладно, зеваешь. Ну, в общем, вот так проходит наш сегодняшний день. И времени уже половина пятого. Надо сейчас мне будет собираться на этот концерт, на который мы идем вечером. И не знаю, буду я, не буду оттуда делать видео, посмотрю. Если буду, то уже выложу отдельным тогда. И вот. А теперь я с вами прощаюсь. Всех целую, всех люблю. Пока-пока.